Так, блиц. 5-10 секунд на вопрос. Поехали. Математик или программист? Ну, математик, конечно, хотя старший сын, видимо, будет программистом. Окей. Теория или практика? Теория однозначно. США, Китай или Россия? Россия. Это же дуэль трех лиц. В ней побеждает слабейший. Китай с США друг друга замочат. И мы останемся единственными на этой, на этом маленьком шарике. Окей. Умный или красивый? Умный, потому что умный может выглядеть красиво, а красивый умно выглядеть не может. Наука или бизнес? Ну, я, конечно, отвечу наука, хотя на самом деле, если честно, не очевидный ответ. Не очевидный. Но для меня наука. Семья или работа? Вот это самый тяжелый вопрос. Я принял в какой-то момент чрезвычайно сложное решение, в котором, впрочем, ни разу не раскаивался. Семья. Ваше жизненное кредо? Правдоруб. То есть говорить людям неприятную для них правду в лицо, иметь из-за этого огромное количество проблем в общении, но делать это все равно.